Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал, Instagram и страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. У Даши Сухороченко намечается роман с начальником изолятора Ильей Ебаровым. Но пока девушка приболела и находится за периметром, Илья флиртует с Майей Донцовой. Состоялась генеральная репетиция финала конкурса «Человек года 2016». Наталья Бичан пишет: «Ого-го, ребятки, поздравьте меня! Генеральный прогон прошел хорошо. До сих пор удивляюсь, как я за полторы недели успела команду собрать и 4 номера поставить. Прям программа максимум. У меня крутые ребята и номера, ждите эфир». У Андрея Чуева сейчас прекрасные отношения с родителями Марины Африкантовой. Андрей пишет: «Я рад, что в моей жизни появилась семья Африкантовых, все они суперские. А папа Марины – мужчина с большой буквы. Александр, спасибо, что вы помогли мне измениться». Родители Марины еще не решили, останутся ли они на проекте или покинут его после конкурса. Пока они только хотят поддержать дочь на выступлении в финале «Человека года». Валера Блюменкранц подал в суд на Тату Абрамсон. Он обвиняет ее во фривольном общении с другими мужчинами и считает, что несколько дней в изоляторе пойдут Тате на пользу. Девушку оправдали, так как она была верна Валере. Но Блюменкранц все равно решил расстаться и вывез все свои вещи из комнаты. Все на поляне уверены в том, что ребята сойдутся вновь, что это не конец. Ольга Рапунцель требует от Димы Дмитренко купить ей обещанные серьги за 100 тысяч рублей. Это обсуждали на Лобном. Дима же не хочет ненужных приобретений, и он копит на свадьбу. Рапунцель оправдывается: «Многие считают меня продажной, но я не являюсь такой. То, что мне хочется подарков от любимого мужчины, это нормально. Я не требую, я просто намекаю, и я готова ждать, когда будет возможность». Саша Харитонова и бывшая участница проекта Саша Артемова снимаются в Минске в сериале у Дмитрия Астрахана. Они публикуют фотографии в эффектных сценических костюмах. Настя Иванькина продолжает конфликтовать с Русланой Мишиной. Руслана рассказывает: «Настя продолжает переходить на личности, перекручивает все мои слова. Сегодня между нами чуть не произошла драка. Хорошо, что мальчики вовремя нас разняли. Потом Настя извинилась, и я решила пойти на уступки. Посмотрим, что нас будет ожидать дальше. Может, это дружба». Ведущий проекта Влад Кадони находится в отпуске. Он показал свою избранницу, правда частично, только ее ноги и плечо. Он намерен скрывать девушку до самой свадьбы, Влад пишет. «Она не с Дома-2, она никогда там не была и не будет. Она с другой планеты, там нет моего любимого проекта. И благодаря вашим негативным комментам ее лицо появится только после свадьбы, когда ей уже некуда будет деваться». Жена Степы Менщикова, Евгения Шамаева, рассказала в интервью о том, что она уже на 5-м месяце беременности. Роды будут в конце декабря, и ждут они девочку, которую очень хотели. Маму Жени Руднева, Людмилу Валерьевну, пригласили на ТНТ для съемок в программе «Перезагрузка». Съемки будут длиться целый месяц. Муж Ксении Бородиной, Курбан Омаров, готов пройти проверку на детекторе лжи, чтобы доказать, что он не изменял жене. Об этом рассказал Булат, приятель Омарова. Эту пару всегда пытались поссорить завистники. Когда произошел разлад, Ксюша не хотела даже слушать объяснения мужа, и он дал ей время остыть. «Я видел, как он безумно переживал за своих девочек, когда они улетели отдыхать в Турцию, а там начались боевые действия. Как только Ксюша прилетела, он позвонил и сказал: „Я тебя люблю и докажу свою верность. Пусть мне даже придется сесть на детектор лжи“». На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube, Instagram и страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ.